Братва, всем привет, давайте начнем просмотр данного видео с лайка, подписочки и репоста. На турнире Gorilla Fighting Championship, который пройдет 9 февраля в Саратове, примут участие сильнейшие бойцы организации. Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул в легком весе, в котором экс-чемпион Нурулло Алиев проведет бой против бывшего чемпиона в полусреднем весе, опытного файтера Анвара Чергесова. Боец ММА Нурулло Алиев, выступающий от клуба Ахмат Таджикистан в организации GFC, ведет серию из 4 сухих побед. Последний раз таджикский боец выходил на бой в августе прошлого года на турнире GFC-16, где в рейтинговом бою в рамках полусреднего веса победил единогласным решением судей Рамазана Амирова. Его соперник Анвар Чергесов подходит к бою с серии 5 побед. Свой крайний поединок россиянин провел на GFC-18, где отпраздновал досрочную победу над Максимом Труновым. Соглавным боем GFC-24 станет противостояние Гаджира Баданова и Мехди Дакаева. А в третьем по значимости бою турнира встретятся Усман Нурмагомедов и Руслан Туяков. Месяц назад Нурулло Алиев выступил со скандальным заявлением, в котором говорил, что может больше вообще не иметь дел с промоушеном. Поводом для этого стала смена места проведения его боя с Краснодара на Казахстан. Алиев выразил сомнения в справедливом судействе в Казахстане и отказался от своего поединка. Алиев остался недоволен тем, что время проведения турнира сдвинули с 13 декабря на 25 декабря. Бойцы, как правило, перед турниром сгоняют вес, и любое отклонение от графика, тем более такое значительное, это удар по организму. Но больше всего Нурулло Алиев возмутился тем, что бой пройдет не в Краснодаре, как планировалось, а в Казахстане. Соперником Алиева должен был стать казахстанский боец Куат Хамитов, который провел в октагоне 25 боев. Нурулло считал, что на родине Хамитова его просто, собственно, засудят. Во всем этом он написал на своей странице в Инстаграм, сообщив следующее. «Ассалам алейкум, хочу уделить несколько минут насчет моего боя за титул чемпиона GFC в легком весе, который должен был состояться 13 декабря в Краснодаре. Во-первых, хочу отметить, что в начале лига назначила мне бой в Самаре 6 декабря. Потом предложила другой бой против Куата Хамитова. Этот бой я принял только из-за того, что Куат достойный соперник, хотя он не заслужил поединок за титул. Слава Аллаху, без каких-либо травм я упорно тренировался последнюю пару месяцев, готовился к этому бою. Но незадолго до турнира руководство лиги GFC и команда Куата кардинально поменяли условия нашего боя, по которому я обязан поменять дату боя с 13 декабря в Краснодаре на 25 декабря в Казахстане. Как мы все прекрасно знаем, в Казахстане судьи особо не отличаются справедливостью, тем более, когда речь идет о бою с участием казахстанского спортсмена. В связи с этим хочу официально заявить, что я не собираюсь становиться пешкой в чьей-то тщательно запланированной игре, где итог заранее уже определен. По воле Аллаха я готов защитить свой титул после Нового года в поединке против Усмана Нурмагомедова или Анвара Чергесова. Если лига GFC считает себя серьезной организацией, пусть поступает по справедливости. А если нет, тогда для меня эта лига отныне не существует. Никто без боя не останется. Спасибо, братья, за поддержку. В итоге бой Алиева был отменен, и теперь его, собственно, ждет новый соперник и титул чемпиона. Братва, вот такая информация. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого бойца, по поводу всей этой ситуации, по поводу его предстоящего боя. Ну, собственно, увидимся в следующем видео. Пока-пока.